18 домов в центре Барнаула осталось сегодня без воды из-за коммунальной аварии, которая произошла на проспекте Комсомольском. Около 6 утра вода затопила проезжую часть, вскоре на место прибыли коммунальные службы. Через 2 часа специалисты обнаружили место порыва, выход воды был прекращен. Как нам сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала, причина – лопнувший водопровод диаметром 300 миллиметров. Сейчас работы продолжаются. Без водоснабжения остается 10 административных зданий, 2 многоэтажки и 16 частных домов. Подвоз воды коммунальщики осуществляют по заявкам жителей. Полностью устранить аварию и восстановить подачу воды обещают сегодня к вечеру.